Рекомендую подписаться на канал «Душевные игры», который ведет мой добрый друг. Там вы найдете отличные прохождения игр с большим вниманием к деталям мира и сюжета, спокойным, тихим и приятным ведущим, а также бережное отношение к атмосфере. XCOM 2, Skyrim, Requiem, Mass Effect, Ведьмак 3, а также ряд других произведений, все это вы сможете отыскать на канале «Душевные игры». Канал только начинает свой путь, поэтому ему будет полезен любой вид вашей поддержки, будь то комментарии или подписки. Ссылка есть в описании. Приятного просмотра! Ролик создан специально для сообщества поклонников Fallout ВКонтакте. Ссылка в описании. Проходите и подписывайтесь. Приятного просмотра! Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, это Фокс, это Баба Яга, это ее костяная нога. Что это вообще происходит? Смотрите на этот пиздец. Так, ладно. Я метку поставил на карте или нет? Нет, метку на карте я не поставил. У нас осталось, в принципе, всего две точки на карте не обследованные. Значит, правильно, да? Все, все остальное закрыто, отлично. У нас осталось селение Клифтоп и Оазис. Поехали. Будем надеяться, собственно, даст нам сегодня игра. Возможно, серия будет поменьше, потому что я хочу потом сюжет, финальную миссию уже. Ну как там, не совсем прям финальная миссия? Его перный ваш театр, ну и на! Блять, все в молоко. Дебилы, блин. Прощай, чувак. Сейчас будет больно, осторожно. Сорян. Опа. Транкрукировал, короче говоря. Уже с импульсными гранатами ходит, нихера себе. Очень много ребят такие. Наглые, как бы, наглые, прям кошмар. Ну, не финал там, потому что получается еще большая часть сюжета, ну, DLC, в смысле, Broken Steel. Вот в Broken Steel для меня все будет... Ну, это как обычно. Ребята развлекаются. Сейчас назад. Так, так. Не, погоди, а куда мне ближе-то? Хотя да, отсюда. Хорошо, хоть они врагами не считаются, а то вообще был бы трындец. Типа нельзя перемещаться, когда враги и все тут. То есть, по моим прикидкам, до первого финала осталось, ну, серии 5. Максимум. Я просто не знаю, блядь, что происходит, сука, муравьи. Я просто не знаю, сколько там занимает Broken Steel. Ох, ебать, калачи. Не, погоди-ка. Давай в гусики ему. О, отлично. А я не помню, почему я хожу с пистолетом, а не с винтовкой? Ну, в смысле, с плазменным все дела, но почему я взял именно пистолет, а не плазменную винтовку? Это была какая-то объективная причина, я просто... Или просто потому что? Потому что мне попадались с тех пор плазменные винтовки. Возможно, стоит винтовку взять. По-моему, получилось, если я все правильно помню, по каким-то причинам пистолет лучше, чем винтовка. Тут лучше не сглазить, сегодня прям хорошо. Подключал опять же все. Так. Ой, пардон. Опять же, вентилятор работает, когда я фон закрыл. Хотя, да, думаю, это было бы уже слышно, если бы я не закрыл.
Не, ребят, сами развлекайтесь, ну вас нахер. Вот жалко, эти поезда, это вот в четвертом они сделали, что можно залезать и в поезда, и там их облутывать. Там, брат, нет ни хера, как правило. Из того, что я, по крайней мере, видел по геймплею четвертого Fallout'а. Ни хера, он сейчас задолбит еще. Нет, погоди, я пойду посмотрю, что там. А, это коготь смерти. Слушай, он его почти запиздил, смотри, что творит, а. Прощай. Прокиньте, да, ребят, что происходит? That thing would have killed us all without your help. Thanks. Да ладно, вы сами неплохо. Listen, you may as well take this map. That's where we were headed. But that Deathclaw cured me of my itch for wasteland adventure. Карта обитателя пустоши. Так, окей, ты что скажешь? Это был типа неотмечаемый квестик или что такое? Так, заметки. Карта обитателей пустоши. Карта показывает, где находится пещера Рок Крик с пометкой сокровищницы короля болотников. Ну, я там был уже, ладно. Но, тем не менее, спасибо. Ну, такие стычки, они должны происходить уровни, ну, там, на 10-м, на 15-м, чтобы у тебя, типа, открывались новые локации, и ты не знал, и такой, ну, бля, надо туда сходить, разведать, а когда у тебя уже, какую там, серию 30-й уровень, и ты уже давно-давно все обследовал, ну, ты что-то как-то, что с книгой тогда, так, подожди, как туда побраться-то? Без прохода через скалы. Ну, в смысле, с этим. Без ноуклипа, короче говоря. Ай, чешется. Ну-ка, вспомним Skyrim, в который я не играл. На-на-на. Приплыли, да? А, во-во, здесь что-то было. На-н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 а! Сука. Для меня лазание по скалам ассоциируется как раз таки с третьим Fallout'ом, а не со Skyrim'ом. На, гизу почти нормально. Потому что я помню в свое время, что здесь можно было забраться все еще как хочешь, куда угодно. Подожди, серьезно, по карте посмотреть. Можно только по карте? А, ну, наверное, да. То есть сначала я, получается, наверное, пройду через Оазис все-таки, да? Не, не хочу через Оазис, окей, погодите. Поехали от 92-го умерища. Не хочу, я вот хочу Оазис, чтобы остался на конец серии. Окей, еще раз. Естественно, оно все будет вылетать. Все это... Давай только еще не бесконечную загрузку прям подряд к этому, спасибо. Так, в 5 сразу же. Уйди. Это что-то взрывается. Так, это значит сейчас, чтобы понять, мне нужно, в принципе... Надо прямо на Фокса идти, короче говоря. Что-то происходит. Так, вижу я у Гая. Так, подожди, что у меня, во-первых, есть? Это у меня есть... Ага. Ага. Так. Так. Ага. Ха. Так, давай поставим, наверное, семерку. Я просто хочу плазменный пистолет какой-нибудь поставить. Или на единицу, да, на единицу пока, наверное, вместо Гатлинг Лазера, потому что Гатлинг Лазер там мало осталось. Мне прям туда, да? Да. Тарарайрайрайрайрайрам, парарайрайрайрайрам, парарайрайрайрайрайрайрай, нарарарарам, нам-нам. Прощай, чувак. Где там граната?
Да почему? Я же вижу гранату, но... Я вижу гранату! Я вижу... Я хотел там на этот, на... Я знаю пароль, я вижу ориентир на этот... На этот мотичек. Я вообще обожаю, когда так само делаешь. Стреляй в меня полностью, детка. Палец, потом с карты еще это сберу. А я Фокс поугарай там пока над ним, я немножечко тут развлекаю так. Не надо. Крышка палец отлично. Ты чё, Дурачок совсем? Спускайся. А, всё? Окей. Здесь, по-моему, был, ну, судя по тому, что эта локация у меня открыта, но здесь вот... О! Блять, вот он взял самое то, что не надо. Где этот там? Где отсюда? Его не надо. Бафаут. А, ну водку, ладно, водку возьму. Я все еще продолжаю тешу себя надежду, что я, может быть, найду где-то муку. Но найду я ее, видимо, только когда пойду в другое DLC. Но при этом у меня уже не будет пройдено это задание, поэтому мука мне будет нахер не нужна. По большому счету, короче говоря, вы поняли. Хотя нет. Возможно, здесь я и не был, потому что этот... Это место не отмечается на карте, это просто бар. Он тут убегает. Че, я решил отоспаться, типа, если ты ляжешь спать, этот кошмар закончится? Чувак, ты будешь стрелять в море? Чувак, нужно. И вот это не понятно, это остатки от пошаговых боев эти, когда ты еще стоишь и типа. Это что такое сейчас было, что я отпрыгнул? Сдохни, блядь. Блин, всю кровать загадил, да поспать-то хоть. Ох, ебать, колотит, здрасте. Ты откуда вылез? Я здесь не было 3 секунды назад. Блять. Отлично. Не, ну коготь смерти еще может дать просраться, окей. Ну теперь уже и спать не надо. Итак, он, кстати, там, наверное, тоже, судя по всему, не был. Тоже приближение великолепное. Так. Водка. Иногда так внезапно эти вылезают когти смерти. У меня такое впечатление, что они по большому счету просто материализуются. То есть, типа, игра их подкидывает тебе и все. То есть. На, получи. Так, куда я его? Правильно иду-то? Туда. А, ну вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Мне показалось, что это еще один коготь смерти щемит. Но это всего лишь наш Фокс. Кстати, он не Фокс, он... Ну, точнее, не тот Фокс, который тянул, типа Фокс или Са, вот так вот, а как-то он там по-другому в оригинале. Ну, то есть пишется по-другому. Типа как Джон Кофи, как напиток, только пишется по-другому, игра вылетела. Игра зависла. Один хуй. Еще раз пытаемся добраться. А, ну он убил. О, бля, я же говорю, они бегают здесь, твари. Вот он теперь робот появился, бля. Что вообще происходит? Где там мой гранатомет? В робота жахнем.
так. Совместными усилиями друг друга все перебили. Красота, красота. В этом плане, кстати, интересно. То есть там подспавниться могут другие враги, и типа это... Соответственно, другая ситуация какая-то произойдет, но... Иногда они спавнятся буквально из ниоткуда. О, еще два гранатометных выстрела, отлично. О, появилась меточка. То, что нужно? Это то, что нужно. Красота. Черт. И по кому он там стреляет? Еще один робот стреляет по еще одному когтю смерти. И пистолет должен быстро стрелять, но из-за этих вот провисаний в игре он у меня не очень хорошо все это оружие стреляет. Так, ну-ка, ТФЦ-1. ТМ. Это на тот случай, если там не получится в оазисе. Хотя, бля, хорошая вот эта винишка прям. 15.54. Мне прям нравится. Так, сейчас. ТФЦ-1. ТМ. Ну тебя на. Прощай. Дай мой гранатометный выстрел. И всегда он один самый интересный. Не, может и было по два. Но, по-моему, два это вообще потолок. То есть больше двух у этого робота, по-моему, не бывает никогда. Это мост там был или что? А что мне, кстати, говорится? Ебать! Хера как тень смерти. Был бы это не Вегас, я бы уже бежал отсюда, роняя калпус. Визжа как маленькая. Хотя, смотря, если бы тоже был бы уже вкачан, как в Нью-Вегасе на том же уровне, у меня был бы уже... Была бы, допустим, снайперская винтовка... Это... Как она называется? Крупнокалиберная снайперская винтовка с глушителем. Я бы забрался конечно, сюда на камушки отсюда. Они бегали бы такие, бля, что происходит, пацаны, что происходит? Когда-нибудь это будет обязательно. Зачистка карьеры с крупнокалиберной снайперской винтовки с глушителем, это просто песня. Ты просто сидишь и ловишь эстетический оргазм от того, как это круто получается у тебя. Можно здесь между камушки такой? Я протисну свою зубку. Можно свою за пень протиснуть? Блядь, давай! Давай! Давай, блядь! Давай, блядь! Да, детка! Да, да, прям вот между... Ну вот, сука, блядь, не дается, а? Сука, я еще и за... Блядь, я застал. А, нет, нормально. Не всякую женщину можно взять на диск. Я понял. Ладно, похуй, пошли пиздить когтей смерти. Фокс он уже начал. Че, ему одному, что ли, все висит? Ну, сорян, как бы я не знал. Не, пусть Фокс тогда один развлекается, ну их нахер. Не хочу. Он их отвлекает на себя, он, собственно, это его основная задача. А, давай, можно встать, чё. А, то есть это я пытался прыгать в приседе еще. Так. Так, а мне туда, так, бля, там что-то интересное. Жаль на него? Ты чё, обоих запиздил, что ли? Он первый раз, когда он пот утер. Ох, ебать, давно вас не было видно. Все,
Да? Следующий. Но, естественно, кто же здесь еще-то может быть? Это что-то повторение какой там серии? 77-й. Да, даже с выстрелами повторяется. Так, опа, стоять. Давай попробуем еще раз. На. Да ни хрена ж себе, я попал. Обалдеть. По-моему, вообще такое впервые в жизни произошло. Второго убить, это он мешается. Не-не, вот того. Блин, такие скриншоты можно классно делать все. Это... детка, это было больно. Как говорил Эш Уильямс, должно быть это больно. Почему только один раз? Yeah, baby! Fuck you, asshole. Так, давай сюда мне Гатлинг Лазер. Я буду свой чинить Гатлинг Лазер. А, мне не надо чинить. Пока у меня место есть. Так, там еще кто-то. Ребятки. Так, сейчас, мать, погоди. Хотя недалеко до сел, сейчас освободим. Чувак, иди, у меня за тебя проблема, я не могу пленников освободить. Надпись пропади, пожалуйста. Я понял, что я не могу освободить. А, вот ты где. Нормально еще. Так я нашел это место, да? Да, отлично. Теперь в оазис. Иду, моя женщина. Да. Ладно, я просто над тобой стимусь. Все, пока. Ой-ой-ой-ой-ой, все, на, держи, я не пизду отсюда. Пока я не передумал. Так, это у нас что? Крышечка. Ну да, в принципе, то же самое, что было в одной из предыдущих серий. Ну ничего страшного. Так, довоенная книга. Блин, надо книги, наверное, сходить сдать. Блять, ты можешь просто включить фонарь. Спасибо. Оп, вот это хорошо уже. Мало того, что черепа я не каннибал, так он очень поврежденный. Игрок. Эх, помню, эти книги тогда вытаскивал все абсолютно с некоторых локаций и наживался на этом. То есть я ходил, сдавал, чтобы крышки получить, я ходил, выкидывал, продавал. Блин, зачем это делал? Видно, что... Ага. Я продавал вообще весь хлам, какой есть на локации, я все это вытаскивал, я заморачивался с этим. Это был первый раз, когда я проходил игру целиком. Хотя, собственно, когда я первый раз ее стал проходить, тогда это и был целиком, потому что я ее вообще до момента выхода Fallout 4 я ни один Fallout другой не играл, и поэтому, когда он начал выходить, я понял, ну, как бы, у меня так комп не тянул, но я такой понял, типа, ну, я его буду смотреть, наверное. Вот. Надо все-таки как-то это... быть в теме-то. Так, тебя побрал? Да. Чувак, ты такой незаметный здесь вообще. Oh.
Брось бяку. Наблюдает за всем этим происходящим заинтересованно. Вот так. Да, где 24-51. Ладно, это будет такая чисто. Приколюшная, возможно, куда-нибудь я эту картинку просто себе. Так, это рейдер. Так ты что, из-за рейдеров? Слышь, мать, если это из-за рейдеров, я тебя не буду спасать. Учти. Да. А, теперь ты начала плакать, да? Теперь ты вспомнил внезапно, что ты в страшной, в опасной ситуации. Не-не-не. На, попей. А. На. Попей кровушку. Это, знаешь, здесь должна быть сексистская шутка про то, что, ну, она же женщина. Поэтому питье крови это для нее естественное. Не в плане какой-то грязности, а после, что, типа, все бабы сосут из нас кровь в таком плане. Но, к сожалению, это будет слишком тупо. Это будет слишком тупо и вообще. Так, уже тебя-то это скоро пускал, да? Ну ладно, давайте я сможем хрен с тобой, давай. Будешь кровь? Все, пошли. Так, опять. Так. А чего я каждый раз сажусь на свою ногу и потом делаю вот так? Все никто еще не заметит. Все никто не поймет, как я сижу и в чем. Ну такая жара была, я хотел позаписывать. Ну, бля, а вот там нельзя, да, это никак спустить. Я хотел позаписывать днем. Ну так жарко, думаю, блин, сяду, короче, просто буду сидеть вообще безо всего. А вот, но буду записывать только опять, значит, голос. А потом просто подождал до вечера и все. Это не сегодня было. Сегодня еще был день ничего такой. Так. Ну все равно в Оазис сейчас придем, так что, в общем-то. Так, пожалуй, еще далеко. Да, значит, наверх. Так, надо как-то обойти все это можно, да? Проверенная информация. Окей, еще раз. Честно говоря, говорю, да, я уже, по-моему, несколько серий назад говорил, что хочется мне уже это пройти. Что-нибудь одно из того, что у меня тянется очень давно. Не, на самом деле, мне было бы больше в радость, конечно, его проходить, если бы он нормально шел, нормально, соответственно, писался. Но пока что такой возможности нету. Так. Вот такой круг надо делать, да? Так, возможно... Ну-ка, сейчас стоять. Вот так. Чувак. Пойдем. Здоров. Can I interest you in an extremely rare refreshment? Какое? Раз она такая редкая, то нибудь стоит целое состояние. Coca-Cola Quantum is worth its weight in gold. It's much better than your average Coca-Cola. It even glows in the dark. Квантовая йодер. А и чем это лучше обычной йодер колы? For only 100 caps, you'll be the first to find out. I was on my way to Gurdershade to sell it to the lady there, but you could save me the trip. Так, не, не хочу. Okay, but you're gonna kick yourself later. Да я уже это. Так, есть что? Так, отремонтировать надо. No problem. Сейчас 12, снайперская винтовка. А у меня целый кастет еще, кстати говоря, всегда танк-лазер, шлем анкл. У меня шлем такой разъебанный уже, да? Вообще прелесть, отлично. Высота. Ну давай кастет тоже починим, что мне так. Теперь давай на продажу посмотрим, что здесь. Блин, там что-то он говорил, ну ладно. Так, Гатлинг лазер, контрнатом. Так, мину, во-первых, забирай.
Да. Отлично, продал ему все книжки. Так, до военные деньги. Give me a shout if you need anything else. Bye. Ну, это типа мини такая помощь в том квесте. Ну, наверное, если у тебя не открыта локация, у тебя еще и локация откроется. 5500 зарядов. Обалдеть. 5500. Так, можно сжахнуть. Не, подожди. Потом сжахнуть. Можно сейчас. Антирадинчику, а то что-то у меня как-то это. А то что-то как-то у меня радиация вдруг внезапно. Ну да, надо было идти поверху. Сейчас опять забираться, да? Так, не, окей. Отставить забираться. Не, погоди, прям вот вот тут уже, да? Я не помню просто, как выглядел к нему подход. Окей. Наверное, как-то сверху. Окей, так. Оазис. Да, пошли. Я примерно помню, как выглядит сам оазис. Но никак, собственно... Собственно. Что-то с чем-то, ей-богу. Типа вот так, да, я понял. Так, а я все равно туда же и прихожу, просто в той же расщелине. Там вот наверху. Окей, ладно, пошли. Сейчас мы ночь переждем, только не хочу ночь туда идти. Давай, давай. Так. Ладно, пробуем. Пытаемся, смотрим. А, стоп, возможно, вон там. Да ёпта мать, и в пять, что? Что происходит, а? Игра хорош, блядь! Я вообще не понял, кто залезать. Ну, в смысле, проникать. Может быть, что и здесь, да. I'm concerned about you.
Блин, понимаешь, оно изолированное, как бы все дела, но. Как? Значит, только с той стороны, как я подходил, да? Окей. Ну ладно. Да хорош, блядь, где заход? Живописные места тут у вас. Я помню какой-то такой заход. Да. Там. Чё? Заткнись. Херня какой-то занимается. Зеленый кустик. Здесь такое увидишь нечасто. Outsider, you have arrived. Please come closer. I have something of the utmost urgency to speak to you about. Do hurry. He doesn't like to be kept waiting. Чувак, ты очень напоминаешь деда одного, даже нескольких дедов в этой игре. I'm so glad you're here. It's been a while since you visited us, and he's been waiting for someone like yourself to arrive. If you wouldn't mind following me. I'll bring you right to him. Так, что за шматье ты носишь? Постой-ка, кто ты такой и что это за место? I'm sorry. In my excitement, I got ahead of myself. I'm Tree Father Birch, and I have the great fortune of being leader of his people, the Tree Minders. Beyond that gate is our home, Oasis. И кто там меня ждет? Why he is, of course. If you'll just follow me to the pavilion, all will be explained. Так, ну ладно, пойду с тобой, веди. Excellent. Please follow me. All will be explained soon. Very pleased to see you, Outsider. Welcome to Oasis, Outsider. We hope you'll find peace among us. А что сам дочки нет, а? Которая в Махавской пустоши живет. Ты, блядь, на Веронику похожа, просто как сестра-близнец. Вероника, если ты внутри, скажи мне! Признайся! Это ты? Майн, давай, да, ну чё ты? Как у вас там с этим? Как у вас там ходят бабы? В панталонах, али без? Ладно, сорян. А, давайте на этом сегодня закончим. Это будет маленькая такая небольшая серия. Значит, целая серия будет посвящена Оазису. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Вступайте в группу по Fallout'у. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры. Обязательно тоже подписывайтесь. Щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. И рассмотреть возможность. Заткнитесь нахуй. Не вы, они, естественно. Рассмотреть возможность поддержать канал материально. Всем всего доброго. Ссылки опять же есть в описании. Всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Всем пока.